Так, продажа автозапчастей. О, так это же сайт. По-любому должен быть сайт. Давайте побольше сделаем. Любые запчасти в наличии под заказ. Работа только с проверенным брендом, отвечающим за качество деталей. 14 лет на рынке автозапчастей, 194 тысячи довольных клиентов в месяц, оригинальные качественные запчасти, преимущество нашей компании, бесплатная доставка, профессионализм. Знаете, почему здесь никогда ничего не будут покупать? Я не знаю насчет Украины, это Украина на самом деле, может здесь реально все хорошо покупают, но вот в России такой сайт не будет работать, потому что человек видит Exist и видит этот сайт. Человек пойдет в Exist, он никогда не пойдет на этот сайт. Почему? Потому что на том сайте можно вбить просто номер своей запчасти и найти, или даже не номер запчасти, просто взять свой автомобиль, выбрать его из списка, выбрать ту запчасть, которая тебе нужна и посмотреть ценник. И даже платить электронными деньгами. Здесь это невозможно это сделать. Это непонятно, что происходит. То есть дешевле у вас, лучше, да непонятно. То есть у вас бесплатная доставка, замечательно, у всех бесплатная доставка. Exist – бесплатная доставка. Но я это, опять же, сравниваюсь с Exist, который есть в Москве, да, он, в принципе, по России, он так не очень распространен, если только в крупных городах. Короче говоря, не знаю. Но это Одесса, может быть, в Одессе нету Exist, поэтому там все нормально покупается, но, блин, не знаю, ребят, здесь как-то... Не могу на эту тему ничего сказать. Так. Ну что? Миш, сейчас одну штуку сейчас только скажу. Господа, у меня к вам просто большая просьба. Если вы считаете, что ваш лендинг, во-первых, не успели разобрать, не успели... понять, что и как, от чего, почему. Кто-то из вас уже подписан на видеоуроки, на бесплатные, по лендинг-пейдж, а многие нет. Вот я вам рекомендую зайти на лендинг Monster Marketing.ru, лендинг-пейдж free, вот он. Если, Миша, если можешь, кинь, пожалуйста, ссылочку в чат. И просто-напросто получите бесплатные видео. Кстати, тут все есть специально. Вот. Кстати, вот вам пример нормального, адекватного лендинга. Заголовок, картинка. 3 года в интернет-маркетинге, я понял мысль. В лендинг-пейдж играют основные роли 3 вещи. Идея, УТП, схематичность и последовательность, копирайтинг на странице. Второстепенно играет вот это все мелкое, как вы видите. И расписано, что разработка тех вещей может занимать от 3 часов до 7 дней, и разработка мелочи всякой должны заниматься фрилансеры. Вот, пожалуйста, вам видео про АБ-тест, то, что я вам говорил. Результат лендинг-пейдж должен выражаться в конверсии лидов и в качестве лидов. Я думаю, вы со мной согласны. Причем идет расшифровка, что такое конверсия лида и качество лида. Потому что многие не знают, что такое лид. Это к вопросу о каком-то лендинге, где было непонятно, что такое. То ли Powerbank, то ли там еще какая-то штука была. Потом я рассказываю про себя, потому что я же специалист, я должен про себя рассказать. Должен рассказать, что там за 2 года посетили какое-то количество людей мои семинары, да. Я готов поделиться информацией бесплатно, и я, кроме того, что рассказываю, что внутри этих инструкций, как вы видите, это, кстати, к вопросу, да ко многим лендингам, именно вопрос о том, что вы продаете, непонятно, что вы продаете, то есть бесплатная консультация, а что в эту консультацию входит, да непонятно, а вот здесь понятно. Понятно, что здесь есть даже маленькие видео, то есть люди, может быть, даже сюда кликают, здесь надо переход сделать. Наверное. Ну, не суть важно. Потому что примеры того, что вы получите. И уже в конце, тут это даже лишнее на самом деле, отзывы людей, да и то они получили только 50% информации, и уж теперь оставьте свою собственную почту и получите просто ваши видеоинструкции. Вот. И я вам рекомендую получить эти инструкции, потому что я там более детально и не так красноречиво, возможно, но все-таки детально рассказываю, как получить более качественные конверсии ваших лендингов.